Всем хорошего дня, с вами самостройщик Лёха, и всех с наступившим Новым годом. Это будет вторая часть про черного пола второго этажа. Сейчас это будет выравнивающий слой из фанеры. Ролик постараюсь сделать маленький, коротенький, в общем, чтоб под Новый год без напряга. Первым, с чего мы начали, это занесли фанеру. Выбор лег именно фанеру. Дешевый вариант — это, конечно же, USB. Как сравнивать? Сравнивать очень легко. Мы берем сантиметровый слой фанеры и сантиметровый слой USB, умножаем на квадратуру, а не на лист, именно на квадратуру, и смотрим, что получается в итоге в конце. Да, USB дешевле. Если сравнивать на наши 40 квадратов, то на 1500 USB будет дешевле при такой же толщине. Ну, фанеру занесли, но теперь про саму технологию монтажа и с тем, с чем столкнулся, и как мы тут здорово накосячили. Ну, расскажу сразу три первые ошибки, с какими мы столкнулись уже после того, как мы узнали, что это была ошибка. Первое – это крепление листа. То есть, в принципе, посмотрел также на ютубе, на форумах, на картинках, везде, как крепят люди стандартную фанеру. Ну, решили сделать так же, чем хуже. Но при монтаже фанеры стали возникать пустоты, волны и неровности. Сразу стал вопрос, что что-то мы делаем не так. Позже, почитав инструкцию, кое-где мы ее нашли, я с вами сейчас и поделюсь, как нужно монтировать фанеру, узнали, что фанеру перед тем, как саму крепить еще к полу, нужно расчертить и уже делать по основным двум схемам. Мы выбрали первую схему, это когда по центру чертится два перекрестия и, открыв, отступается 2 сантиметра. И дальше уже поступали именно по такой схеме. Первая фанера у нас легла комом, неправильно, да еще и с большим расходом саморезов. Оказывается, шаг между саморезами от 10 до 20 сантиметров, то есть в зависимости от толщины фанеры и от неровности пола. Ну, про неровность пола мы вообще опустим. Вторая ошибка была, это мы первую фанеру сразу же прикрепили, а нужно было ее наживить, потом положить вторую фанеру и уже по направляющую пустить дальше. Мы первую сразу же прифигачили, положили вторую, она кое-как легла, а вот уже на третьей, четвертой выяснилось, что направление слегка отклонилось, и получается отступление от стены стало увеличиваться, то есть чем дальше вглубь комнаты, а комната 4,40 у меня длиной, тем больше было видно. Если вначале было в притирку, то в конце это расстояние выросло до 5 мм. То есть поэтому первые две фанеры нужно наживлять, чтобы они идеально ровно пошли, и дальше уже по накатанной. Ну и наконец третья ошибка была. Это мы занесли фанеру, не разметив ее, и стали размечать прямо на ходу. Все эти профиля, уголки, уровни втыкались в гвозди, в предыдущую фанеру, то есть это было неудобно. По-хорошему, нужно было еще при привозе все это разметить внизу, как на картинке, а потом просто поднять и все это смонтировать. Но, увы. При монтаже фанеры необходимо соблюдать отступы. Чем больше, точнее, чем толще фанера, или USB, неважно, тем больше зазор. У нас фанера сантиметровая, поэтому мы оставили зазор 3 мм. Фанера крепится не как в шахматном порядке по клеточкам, а именно через стык. То есть крепление чем-то похоже на укладывание утеплителя. Если разбивать по времени, то получается, что 1/3 занимает черчение, 2/3 занимает кручение саморезов. В качестве крепления мы выбрали черные саморезы, 40-ку. По черновым доскам, в принципе, самое то. Сейчас многие скажут, а что ты не подготовил поверхность электрорубанком, подготовил бы все, зачистил, и у тебя были бы идеально ровные доски. Ну, во-первых, как я уже говорил, мне дали кривые доски, сделаны на кривых станках, кривыми руками.
В общем, все это рассохлось, зазоры увеличились до сантиметра, все это подымалось. Поэтому, если все это высверливать и, то есть, ковыряться, это нужно еще больше времени, еще где-то 2 дня бы у меня это все ушло. Да и к тому же, скажу честно, потому что немало кто смотрит, мне было лень, реально лень. Уже энергия потихоньку заканчивается, а конца края не видно, поэтому было решено купить фанеру. Тем более у нас была новогодняя скидка сантиметровая. Она была на, если брать по листу, в сравнении с USB, на 100 рублей буквально дороже, чем USB, тот же сантиметровый. Ну, поэтому просто набрали фанеры, пораскидали ее и... Да и все. Да, какие-то перепады дозора есть, но представьте на секундочку, сейчас на сантиметровой фанере будет лежать еще подложка, и на подложке еще будет ламинат. То есть, представляете, какой там слой будет. Ну и самое главное, это спальня. Это место для отдыха. Пришел, лег спать, выспался, ушел. Я не буду людей заводить в гости, сказать, вот, смотрите, какой здесь идеально ровный пол. Я хочу вам похвастаться. Нет, это будет в зале. Опять же, если повезет. Или на кухне. Ну, то есть там, да, там это будет все на виду. Там нужно будет максимально из себя выжать все свои мастерские качества. А спальня – это там, где я пришел и отдохнул. Поэтому, в принципе, если там где-то и будет легкий покат, хотя его там вряд ли будет, потому что, представляете, подложка 5 мм и еще, по-моему, от 5 мм, то есть от полсантиметра идет ламинат. Вряд ли там что-то будет. А сейчас, видите, картина называется дефицит. Дефицит станка, стола. Поэтому пока еще не готова лестница, лестничный проем я использую в качестве верстака. Ну, кручусь как могу, как говорится. То есть все в промышленно, все, что есть в округе, все идет в ход. Лобзик пока еще живой, им уже пропилено около 3 кубов, поэтому пока дешевенький лобзик еще справляется. Да, кстати, еще часть времени убивает вот эти стыки-зазоры. Это что касаемо батарей, порогов. Поэтому с самого начала, перед тем, как мы начинали монтаж, мы хотели начинать от угла и туда к выходу. Но потом было принято решение, что, в принципе, основная проходная зона будет же при входе, то есть там, откуда начинается дверь, и туда вглубь комнаты. Поэтому сделали все с точностью наоборот. Целиковые листы начали от входной двери, а уже обрезки, уголки у нас остались в углах, то есть в концах комнаты. Там, где будут стоять кровати, шкафы, секретари, что там у нас еще. Ну, то есть все тумбочки, все это будет на обрезках, там, где будет минимально проходная зона. Стыки старался делать еще от, не прям в притирку, а еще с зазорами. То есть делаем стык. Стык в трубу, то есть у меня это из полипропилена, и еще отступал с каждой стороны по миллиметру, а то и по 2, чтобы трубе было куда, скажем так, разгуляться. Так она будет, там, хоть она и пластиковая, там минимальное изменение диаметра, то есть, ну, увеличение, уменьшение по температуре, но все равно какие движения будут происходить. Поэтому сделать прям очень в притирку, ничем хорошим это не кончится. В будущем уже, когда буду делать ламинат, я точно вставлю резинку. То есть, чтобы хоть какое-то расстояние труба все равно могла гулять. Это увеличит эксплуатационные свойства. Это не придумал, это только тоже подсмотрел. Поэтому на всякий случай делюсь с вами. На второй день мы уже научились крепить фанеру, вырезать, подрезать, делать стыки. Скажем так, практически уже овладели технологией работы с шуруповертом. Поэтому пока один нарезал, второй с легкостью крепил. Как вы знаете, супруга занимается с ребенком, поэтому она появляется в кадрах, в перерывах между дневным и ночным сном. А все остальное время проверяюсь я. Что касаемо неудобства, неудобств было много. Во-первых, с батареями было неудобно, благо трубы не железные, и можно было на 5-6 см немножко стены батареи отогнуть, либо приподнять. Но это потому что полипропилен. Также использовал всякие удлинители, переходники, уголки на шуруповерт, чтобы хоть как-то под самой батареей все это заделать. Ну а все стыки, то есть уголки, вот эти вот подрезки, где уходит труба, либо воронки, либо уголки на другой этаж, либо в перекрестиях, либо в уголках, в пазах, я использовал
не один, а именно много саморезов. Зато смотрится красиво. Ну, теперь остались самые крайние части, это подрезки. Это вот если бы я начинал от угла, эти подрезки были бы у порога. В принципе, на таких маленьких деталях размещать не обязательно, но уже потом вошло в привычку. Я представляю, как было бы некрасиво, если бы это все смотрелось при входе. Ну и все, завинчиваем. Плюс там сверху ляжет еще ламинат, и там сверху постанется какая-то тумбочка, маленький комод, и все будет нормально. Спустя 5-6 часов, точно не помню, мы сделали первую комнату. Хотя рассчитывал буквально за 2-3 часа управиться. Ну не знаю, что-то время съело прям много. Да, это, в принципе, по взгляду работы мало, но почему-то время жрает просто космически. Ну уже вторую комнату. Да, кстати, обратите внимание, какая ровная фанера. Не знаю почему, мы в принципе ее когда сложили, она была под прессом, сверху была еще какая-то масса, она почему-то не захотела выравниваться, не знаю почему. А вот вторую комнату я уже старался сделать максимально опытно. То есть первоначально всю стопку я разметил, прям полностью, чтобы потом на это не тратить время. То есть было все размечено, все диагонали, все отступы. А потом приступил к самому монтажу. Монтаж же начинался с не крепления первой фанеры, а с наживления первых двух фанер, как направляющих, чтобы уже по ним шло все гладко. Единственная вот эта фанера, которая была почему-то вазутообразная, так я так и не понял почему, много смущала меня. Но если соблюдать монтаж перекрестия от центра и идти в сторону краев, то она потом под собственным, то есть саморез же притягивает его к доскам, она потихоньку сама выравнивалась. Это вид сверху, как я делал монтаж. Сначала от центра, центр краям. Все, фанера легла идеально. Ну а потом делал уже по краям. До сих пор пользуюсь магнитным браслетиком, ему удобненько, не приходится бегать банками. Ну и все. Ну а теперь идем от центра и наживляем. Как видите, даже кривая фанера под натиском количества саморезов все-таки выравнивается. Возможно, еще плохо просохло, хотя я сомневаюсь, она 3 месяца лежит на первом этаже, на бетоне, который любит влагу, который вся втягивает влагу. Температура там была 24 градуса, поэтому, по идее, должна была высохнуть. Почему она такая кривая, непонятно. Ну, также не забываем подрезки. Благо лобзиком можно по-всякому изгильнуться.
Ну, вот как-то так. Да, кстати, чуть не забыл, у меня еще не будет гигантских громоздких шкафов в доме, потому что я их ненавижу. Там можно чуть ли не пулемет дедушки этого похоронить, а то и цепи от танка. Поэтому было решено в втором этаже сделать ниши под комоды, под шкафы. Где сейчас нахожусь, это находится ниша, 1 метр на 60 площадью. Там будет внутренний потайной шкаф. То есть при входе в комнату будет сплошная стена. Если к ней подойти, будет открываться створка, и там будет потайной шкаф. То есть мне это вот прям очень понравилась сама идея. Это не будет загромождение в комнате. Там будет просто две тумбочки и кровать. Но в будущем к этому еще вернемся. И остался последняя размещенная в этой части дома комната. Это санузел. Также выполняю сантиметровым. Единственное, что могу поделиться, это размещение отверстий под инженерку. То есть под сливы. Делают это все деревенским способом. То есть ставятся трубы, намазываются какой-то водичкой, маслом. Ну, желательно, конечно, маслом. Сверху выпускается фанера и вдавливается аккуратно. Потом вынимается фанера, и потом по этому мокрому пятну уже обоим, то есть то, что мы обвели потом карандашом, уже становится не мокрым пятном, а вот из карандаша. Это все вырезаем. Этот стык потом получается идеально. Ну как же без помощников? Ну и все, теперь используем перо на 50 для слива воды из душевой. Но уже под сантехническую часть, то есть под туалет, такого пера нету у нас 110. Поэтому я сделал просто маленьким пером пару отверстий, спустил то полотно от лобзика и уже по кругу вырезал. Ну а теперь примеряем. Ну, как видите, как положено, как и рассчитывалось. Вставляем все обратно. Единственное, был здесь косячок один, я забыл сразу вывести под приход воды, то есть холодную горячую. Потом лист приходилось снимать и искать эти трубы. Эти трубы находятся там, где два профиля вместе. Это я узнал уже потом. Но благо пока еще CSP сверху не прилепил, я потом это все исправил. Ну, делаю по красоте вокруг всех труб, чтобы мало ли ночью никто трубу не утащил. Опять же делаю не в притирку, а с зазором, чтобы около труб и фанеры были еще миллиметровые и 2-миллиметровые зазоры. А то если поведет, может поломать и повырывать все трубы. В будущем там, конечно, я засиликоню или налью жидкой резины, но зазоры должны быть. Сантехническая комната тоже готова. Ну вот, в принципе, и все. Черновой выравнивающийся пол у меня готов. Дальше будет только ламинат. Ну, на сегодняшний день комната и покрытие выглядит вот так вот. Да, кстати, видео старое, там проблемы у меня с камерой возникли, поэтому пришлось снимать на камеру и переконвертировать видео в программе, поэтому там выскочила эта красная какая-то шляпа в углу, пришлось ее спрятать. Я практически переехал, вот мой компьютер, где сейчас монтирую ролики в данный момент. Потолок сейчас не готов, к нему скоро приступаю. Стены на гипсокартоне готовы. Решил обновить комп, но что-то там не получилось у меня. В общем, полетела видеокарта, сейчас ее перепаиваю. В общем, скажем так, Новый год начался не все хорошо. Но я думаю, дальше будет только лучше. В дальнейшем, думаю, еще месяц, и я уже полностью перееду на второй этаж. Да, кстати, камера упала у меня, отколся кусочек. К сожалению, она что-то не работает, сейчас тоже буду смотреть. Поэтому снимаю пока на телефон, как видите, изображение ужасное. Но лучше, чем ничего. Так что дела пока хорошо, как-то так. С вами был самостройщик Леха. Всем счастливо, пока-пока. Дальше по плану, увидимся с вами через неделю.